Твери в преддверии профессионального праздника чествовали медицинских работников, сотрудников и ветеранов отрасли, поздравили губернатор Тверской области Игорь Руденя, представители министерств и ведомств региона и другие почетные гости. За заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд были вручены государственные и региональные награды. Благодарность президента Российской Федерации вручена врачу-эндоскописту Нелидовской ЦРБ Антонине Дмитриевой. Ее стаж в медицине 44 года. Почетной грамотой Минздрава России награжден Владислав Мадыкин, заведующий нейрохирургическим отделением клинической больницы скорой медицинской помощи Твери. Были присвоены звания почетных работников и вручены знаки губернатора. Медики региона уже больше года продолжают борьбу с распространением коронавирусной инфекции. В Тверской области действует госпитальный фонд для лечения пациентов с COVID-19. По поручению президента в регионе идет работа по обновлению системы здравоохранения. Это модернизация службы скорой медицинской помощи, развитие системы профилактики, диагностики, лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, повышение доступности высокотехнологичной помощи. В преддверии Дня медицинского работника мы обращаемся со словами глубокой благодарности ко всем, кто самоотверженно стоит на защите здоровья наших граждан. В прошедшем непростом году борьбы с пандемией вы и ваши коллеги проявили в этом служении лучшие профессиональные человеческие качества. Благодаря высочайшей квалификации и преданности профессиональному долгу наших врачей, фельдшеров, медицинских работников, медицинских сестер, водителей автомашин скорой помощи, медбратьев, всех, кто участвовал в этой непростой работе, включая диспетчеров, станции скорой помощи, были спасены тысячи человеческих жизней.